Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение первого ФФА-сериала «В мире шестой цивилизации». Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всё-таки всегда интереснее смотреть сначала. Ну а всем остальным приятного просмотра. А при распространении религии же бонус пантеона меняется, да? Нет, остается свой. Нет. Антон всегда твой. Плохо. Нормально. Да у меня тут пантеон на Ололо Раш просто. Мне бы его поменять вам на испанский. Ну то есть этот французский. А у француза какой? Ну классный. У меня и сейчас. Офигенное объяснение. Ну там же посмотреть можно. Не, по-моему, как раз пантеоны не показывает. Нет, заходишь в это, в левом верхнем углу в религии, и там все показывает. Не знаю, иудаизм. А, вот пантеон, да. Самый крупный как раз. Урожай дает столько же и веры. Понятно. Не очень, на самом деле, тоже пантеон. Слушайте, а никто не смотрел, сколько стоят кампусы за веру, если покупать? Блин, а что я... Сто... Сейчас скажу тебе, сколько. Не кампус, а библиотеки. Не нажал... Библиотеки не нажал 105, шифт, а университеты 170. Уничтожил. Ну, как раз три хода будет. Ты хочешь снимать на покупку научных зданий и культурных зданий, да? Да, да, да. Я твою религию сразу принимаю. Неси. Сейчас, подожди. И не забудь ударить этого... коня. Ванвровского. Я тоже, кстати, готов принять чью-нибудь религию, потому что я без религии буду точно. Блин, ты меня сейчас посела, захватит печалька. Ну, вот видите, нету тут никакого ресурса роскоши, честно говоря. Прям вот хочется тут так доставить. О, Лёш, ты что, меня выносить пришел, что ли? Да, все, сдавайся. Понял. Слушайте, а вот часть от вот этих плантаций, оно распространяется на один город или на всю? Так, вот это меня единственное, что я так и не понял. Когда пирамиды откроем. Ну все. По-моему, все-таки. Ну нет, просто не помню, что ты их обработал, а где счастье? Так он одно счастье дает на город. Вот на город, а я думал, что на все. Нет, он дает 4 счастья по одному на город. Он дает 4 городам одно счастье, понимаешь? А, все, понял. У тебя будет 5 городов, значит, у тебя уже одному городу счастья не будет от этого ресурса роскоши. Все понял. Так. Почему там? Я вот думаю, стоит ли в Лондоне вообще строить кампус, типа. Вот у меня будет Плимут, например. Вообще, по идее, надо везде, во всех городах строить.
классическую эру. Тут у нас рабочий. А, я переключался, потому что, да, все, я вспомнил. Зря. Надо было продолжать исследование. Зря переключился на обработку камня, конечно. Еще не привык к этим бустам. Все опережают по науке. Так, ну вот нам, что надо. Mine resource, то есть надо сейчас обработать железо. Так, и два ресурса на воде. Так, сколько тут зарядов осталось? Два заряда. Вот один ресурс могу на воде обработать, но надо будет пирамиды строить. Я хочу сюда город поставить. Не знаю, мне там больше нравится. Ух ты, популяция в Плимуте. Круто, это хорошая руинка. В России это тоже только меня индуса нашла. Да. Не, ну я знаю, где Лёша примерно. Но я до туда еще не дошёл. Ниже ленты, а там... Ну вообще-то... Короче, мы вот тут... Вообще-то мы, Россия, с тобой встретились. А, да, я что-то пропустил момент. I don't believe in astrology. I'm a Sagittarius and we're... Ну, 6 ходов. Отлично. Так, ну и где? Алло, здравствуйте, ребята. Привет. Здорово. Ой, простите, ошибся, походу, я комнаты. Так, вот записали. Ошибся комнаты. Поставим в защите, пускай сам меня атакует. О, ничейный лагерь, отлично. Кажется, там француз, сорян, я тебе там лагерь разграбил, я не знал, что ты его там бьешь. Не, я его не трогал, кстати. Просто из него, видимо, все вышли, на меня слагерились. Да. Ну ладно, я не жадный. Таранчик, японец. Да я его это построил еще на случай Испании, если он стены построит. Да-да-да. Ладно, давайте-ка этих вернем, ребят. Да, я хочу тут поставить город. Вот. A strong economy begins with a strong, well-educated workforce. Вот теперь плюс 15 к строительству чудес. А здесь можно снизить стоимость содержания юнитов. Вот так. И дальше политическую философию открываем. Ну, тут
Интересные места. И тут, видимо, француз обосновался. Так, ну вот у меня тут... Три хода, рост. О, я Китай наконец-то встретил. Наконец-то пришел к Лавенте. Так, ну, да собственно... Прытков и Димстигар у меня не встречены. Вы где, ребята? Как мы с тобой... А, это я с Реди Мыши встретился. Не знаю, я вообще на отшибе. Я только Реди Мыши встретил. А, так все-таки француз, у тебя там есть за тобой кто-то, да? Обманул? Вот когда, сейчас или как? За французом году? Там 3 ГГшки. И Египет. Ну, очень далеко. Еще и Египет там есть где-то? Короче, не понял вообще, как я Египет. Я пришел. Так понимаю, что... Это я тебя нашел, я к тебе пришел. Что я, Франция и Япония, мы посередине карты. Слева от нас Россия и Китай. Справа Франция... Ой, нет, Египет и... кто там? За кого ты играешь? Индия. За кого? Индия, наверное. А, Индия. Подожди, мы с Россией так поделили, нам нормально. Ну. Она сейчас науку скоро будет получать, я достраиваю вот третий кампус, так что отлично. Кампус? Фига. О, француз, а где ты тут будешь селиться? Вместе. Колесо открыто. Don't reinvent the wheel. Обработка железа открыта. И дальше вот 7 ходов, но мне надо все-таки обработать. Поэтому давайте сначала вот так. Видимо, надо вот этим рабочим рыбу тут обработать. Это первая обработка будет. А тут, после пирамид, мне дадут рабочего и крабов обработаю. И открою гавань. Пращиков можно сразу апнуть в арбалетчиков? Или нужно сначала в лучик, лучников их апнуть? Можно. Можно, только будет дороже стоить. Чем когда ты сначала в лучников, а потом в арбалетчиков, да? Не, ну просто, вот, блин, ну, грубо говоря, сложи ап в лучников и в арбалетчиков, сколько в общем будет стоить, столько будет стоить из пращников в арбалетчиков. А, ну это нормально. То есть ты сможешь сразу за один раз апнуть в самый современный юнит. У меня по горам или по лесам прокачан? По горам.
серебра столько. Прикольно. Вот нафига я залучил тут, если у меня вот есть лошади, действительно. Пускай на производство. 80 веры библиотека стоит. Ну да. Ты скоро распространишь свою религию на меня? Да, бегут у меня этими самыми. И ко мне можно распространить. Но у меня пока столько веры нет уже. Так ты одним к нему распространяй, одним ко мне. Пускай он там сам себе покупает этих миссионеров. С другой стороны, у меня православная церковь, там надо денежки в казну закидывать. Да. Я к тебе караван отправлю, может быть, потом, когда второй будет. Это сейчас разговаривают Фрости Дог и Дим Стига. Лёш, что делать будем? В плане? Я тут очень-очень хотел город поставить. Ну, у тебя куча места, где еще ставить. Вот, видишь. Или ты хочешь повоевать? Слушай, ну у тебя, мягко говоря, столько места вокруг, японец. Что? Блин. Махенджо-Даро явно не мой, да? Ну, рек-то там нету. Да что ты к этим рекам привязался? Производство. Отличненько. Как раз через два хода политическая философия. Поменяем правительство. И т.д. и т.п. О, что это на другом континенте основал? С этим я тут тоже... А, нет, это не далее, это у меня уже был. Эх, жалько. Игра ждет меня. Ну, хоть как. Вообще, наверное, четвертый город надо будет тут ставить все-таки. Слушайте, вот когда комп кидает это, обменяться информацией о столицах, можно как-то с живым человеком такую штуку провернуть? Ну, посольство когда отправляешь, я так понимаю. Ну, вот я отправил, как-то не особо помогло. Принял это предложение. Да. Так, ну надо, видимо, амбар строить для роста. Кампус пока рановато.
я думаю, наверное, сейчас вторым этим. Тоже в Ченду пойду к тебе. Это не хватит нафига. Крупные города типа или что? Ну да. Потому что я вот сейчас возле Ченду распространял одним, и он не обратился. Сколько у тебя там верующих? Двое. Ну вот, надо хотя бы еще одного, да? Так, сейчас будет важный ход. Пирамиды. Смена политического курса. Ну, надо рабочих поднастроить явно. Армию надо тут концентрировать, потому что, боюсь, проблемы могут и с французом быть, и с японцем. Единственное, я пока не понимаю, где мне лучше ставить четвертый город. Тут или тут? Horse is spiritually as well as physically. Politics is the art of the possible. Так. Это круто. Поменяем пока на. Это круто, да. Классическую республику. Хотя. Может, на олигархию. В чем фишка? Я так до сих пор не понимаю, в чем фишка Великой Китайской Стены. Честно. Что у меня пока нечем. Это как будто самое убогое. Здание, набирать очки великих людей. Так. Плюс 2 влияния возьму. Строительство чудес. Ну, не знаю. Строительство юнитов. Что, Леш, нести тебе слово Божье? Да, неси, я ж говорю. Ну, давайте. Вот так сделаем. О, Египет. Здорово. Я так и не понимаю, почему никто не берет это верование, где за каждое в священном месте, типа, за каждое очко веры дается столько же еды. По-моему, сильный бонус. Там, когда плюс 10, плюс 15 еды. Да. Такое верование, я что-то о нем не видел нигде его. А, только тут можно строить. Только на холме строится. Тут список, как в... Ладно, тогда пятый. Мы строим рабочего. За счет него построим... райончик. Блин, не успел походить. Ускоряем. Отлично. И открываем навигацию. О боже. Микрофон упал. Офигительно. Только получил машиностроение. Мне пришел ученый и дал озарение для машиностроения. Просто победитель по жизни. Да, все вовремя. Так и думал, да? Тут с армией 132, 259, 219 у французов.
Что-то мне не нравится, как ты мне Манчестер обходишь. Ты куда город собираешься ставить? Японец. Может, мне тебе войну объявить? Японец, молчать будешь, да? Я налево веду поселенец. Ну, ты понимаешь, ты будешь среди моей земли. Мне этот город вообще будет без проблем взять. У меня три города вокруг твоего этого города будут. А ты чем собираешься брать? Так. Кстати, объяви войну, объяви, да. Ну, я не против даже. Ход начнется. А чё ты не против? Что случилось? Почему ты не против? Он эврику получит. The Lord made us all out of iron. Так, ну вообще кампусы, наверное, имеет смысл во всех городах строить в любом случае. Но я пока построю. Иногда странно, юниты ходят. Откровенно. Так, куда нам отправить чувачка? Я бы, наверное, конечно, в научные города отправлял. Это видео подготовлено при поддержке справочника и карты 2GIS. В 2GIS есть расширенный поиск по всем бизнес-ланчам вашего города. Справочник уже знает кухню, средний чек, наличие Wi-Fi, есть ли вегетарианское меню и многое другое. Не забудьте зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. О, все, я всех встретил. Какой я молодец. Я тоже так хочу. Так. Тут ничего интересного нету. Ну, это вот такое внутреннее море у меня получается. Все-таки надо вот тут четвертый город будет поставить. Подумать только где. Но смысл имеет поставить. Так что пускай тут японец ставит город, как бы. Ну, то есть можно его просто мешать, чтобы он дольше это делал. Но, в принципе... Почему нет? All the world's a stage, and all the men and women merely players. Нет, менять цивики мы не будем. Два кампуса. Возможность великую библиотеку построить. Ах. Игры и развлекуха. Так, тут продолжаем исследовать карту. Из Манчестера отправлю в Лондон. А в Лондоне будем
Ну чё, оракул? Ну блин, ну это не то, мне это чудо, наверное, не особо нужно, хотя на хорошее. Давайте кампус. Так, кампус у нас получает от горы и от ливневых дождей, дождей, лесов. Этого у меня ничего, а хотя вот Rainforest, почему нету бонуса, я не вижу. Тут у меня будет этот. Тут акведук, наверное, надо оставить место. Тут, наверное, кампус вот сюда надо ставить. Или вот сюда, смотрите, тут... Да. Тут ничего нету, никаких... Точняк. Даже, наверное, ниже пойдет город ставить. Даже нормально. Так, Плимут наконец-то может подрасти. Построим еще строителя. Так, отправляем в Лондон. И можно коммерческий район открывать. Блин, удалил оленей. Получил 280 веры. Мне кажется, это надо фиксить, ребята. В смысле 280? За что там? 100. А, верование? Ну, в религии. Но он получил 280 еды, да? Ну, олени что дают? Продукцию. Продукцию. То есть 280 продукции получил и 280 веры заодно. И олени столько дают продукции? Да. Написано, что 70 продукции даст. 70? Да. Но веры дало 280. Насчет продукции, ну, посчитать не могу. Не 280. Эх, Лёш, классно, у тебя место тут под темпом мейджор. Где? Ну, у тебя же внутреннее озеро там, да? А, да. Темпо майор. Это темпо мейджор. Даст осушение болота. Блин. Что-то я тут пока не соображаю с рабочим. Надо, наверное, вести... Обработать люкс. And all I ask is a tall ship and a star to... Так. Деньги откроем. Это ты оленей на висячие сады вырубал? Нет, я не планировал их строить вообще. Типа слишком много продукции появилось внезапно. Я что-то вообще офигел. Блин, мне нравится, я люблю, когда, ну, баланс есть, а тут такая фигня. Не понял, если ты вот тут город поставишь, то я не против, хотел я сказать. Капец, так просто я...
просрал великую библиотеку. Я поставил под горой, но не рядом нет равнины, а все холмы. А ты именно ради великой библиотеки ставил, да? Нет, я ради того, что там плюс 4 науки, конечно, вход, но... Я забыл, что рядом нет равнины, а на равнину я поставил священное место. Это, Рэдди Миша, ты это можешь эту религию мне принести, пожалуйста? Если чудеса уводят, ты что-нибудь получаешь или нет? Что-то я не обратил внимания. Деньги. О, привет, Египет. Спасибо. Привет. Понял, он твой. Мы договорились, что можно вырубать ресурсы и леса только на своей территории. Но я вот просто думаю, стоит ли мне сейчас вырубать. Ну, наверное, вот ливневый стоит вырубить. Ради коммерческого района я гавань... Хотя и гавань дает, вообще-то, этого торговца. Так, а где там Петра? В математике надо три разных специальных района. Две еды, два золота и продукцию на... Слушайте, так мне Петра как бы... Не, ну в России очень много веры в Астрахани будет. Потому что у меня нет... Я бы не сказал. Клеток пустынных особо обрабатывать. Ну вот будет, наверное, раз, два, три, так вот. Все, Россия, ты получаешь бонус уже, да? Чего говоришь? Ты уже бонус получаешь, Россия, да? Какой? А, ну да. Две науки, одна культура. Принимают делегации мои. Только трое пока приняли. Кто-нибудь желает друг другу там войнушки пообъявлять? Я думаю, вот такое как раз и нужно. Еще штраф за милитаризм получать. Так как замилишься на следующий ход, так сразу он теряется. Ну, ты же замириться не можешь сразу. Money, if it does not bring you happiness. Русский, хочешь вот так сделаем? Ну вот это мне надо, знаете что, давайте попробуем. О, да, хочу. Россия, Китай, дружба навеки. Так, а гавань... Рядом с другими... Правда, почему-то я на западе, а ты на гавань востоке. Рядом с что-то коммерческим районом плюсик дает. Это просто дает. Карту перевернули. А, да. Блин, а мне его негде... Хотя я могу вот тут купить клетку, вот тут поставить гавань.
будет заодно морской ресурс плюс один, а вот тут коммерческий район. Прикиньте, железо ровно в одной клетке от максимума моей столицы. То есть вот прям следующая клетка была бы и сразу железо. Ну, коммерческий район плюс 2 дает и от... Ну, тут будет плюс 2. Нет, плюс 2 там от реки. Тут реки начинают вот тут ставить. Гавань ставим тут. И, видимо, вырубаем лес вот этот. Все-таки, к сожалению... Плавать у меня юниты не могут, да? Я хочу все-таки тут город поставить. Видимо. У меня тут приняли Прытков, ВСВ, Фростидок, Димстигр и Радимиша. Они приняли. Японец не принял. А, так и все, японец только не принял. Блин, убили моего раскачного разведчика. Плюс 2 хаусинг в специальных дистриктах, блин. Ну, может, поменять, я, в принципе, уже не хочу чудеса. Там Петра, ну, возможно. А тут плюс одно жилье. Да, давайте. И поменяю, знаете что, на поселенца. Еще. Блин. Два кампуса. Ну, давайте пока построим. Так. Здесь, видимо... Торговца. Лучника где-нибудь здесь поставим. Француз, а у тебя Руан город канал, да? На внешнее море он не выходит. А, не выходит? То есть там справа снизу нету моря у него? Ну, он туда не может выходить, короче говоря. Mm-hmm. Я решил не рисковать. Не знаю зачем. Ну ладно. Не, просто если там у тебя город-канал, то ты в Париже, в принципе, можешь это построить. А, слушай, египтянин, у тебя вот этот раненый твой скаут около Джакарты. Угу. Иди, веди его вниз, там никого нету, поставишь около моих границ лечиться. А тут я хоть юниты подведу. Сейчас уведу. А то стоит, мешается. Ну вот, оракул построили. Хм.
Блин, я вроде же в настройках поставил, чтобы у меня не было анимированных этих лидеров. Все равно они высокого качества, блин. Ну-ка. О, все, они анимированы. Гадство. Так. Здесь строим. Ну, тут единственное место. И вырубим ради этого лес. А здесь построим коммерческий хаб. Вот тут. И тоже вырубим лес. Три хода. Норм. Блин, русский, вот ты исследовал тундру до конца, вот до моей столицы снизу, да? Нет. Я вот, по сути, дальше Астрахани ничего не вижу. Я просто вижу, что тут снег. Ну, в жопу. Ну, там есть много редких ресурсов, я хочу какие-то там поставить тормоза. Город, чтобы чисто был. Четвертый так. Все равно он будет так расти медленно так. Что ты отключил? Да, четвертый город. Другую сторону. Кстати, сторону. Смотри. У тебя куда железо? Моя столица. А, да и ладно, у меня столица есть железо, да. Я не хочу свою столицу показывать. Так это не показывает столицу. Это просто типа улучшение отношений. Конечно. Ну, окей, вот я только что Россия приняла, я не вижу ее столицы, например. Ты не видишь столицу-то? Нет. Я не вижу столицы Англии, например, хотя я принял. Это потом, когда посольство будет, как мне кажется. Не, ну, допустим, с компом играешь, когда он тебе сразу бывает, некоторые говорят, типа, давайте обменяемся. Нет, там потом посольство, когда откроется, вот посольство именно, тогда, наверное, вот это показывает. Да не, вот, только встретился, он тебе сразу говорит, типа, давай. Давай. Я до сих пор троих не нашел, мой разведчик там где-то бродит, бегает. Возле Лавенты куча места селиться. Там раз, два, ну, два города индус можешь поставить. Ниже реки поставить один. И справа там под горой. Слушайте, кто мне там собирался религию нести? Да я вот уже почти пришел возле Плимута. Видишь? Мне кажется, Россия выиграет религиозно. Да мне тут, кажется, Россия нет, офигеет, тут у Франции есть, тут так далеко. Тут у Франции есть религия, чё ты. Хочешь религию? Вон еще, вот еще у меня счастье, кстати. Отличненько. Собер. Да, хочу. Я же тебе давно уже говорил, неси религию. А, могу притащить, да, сейчас. Блин, дебильные. Дебильная ГГшка не дает подойти к лагерю варварскому. Блин, как же у меня криво стольня-то стоит, а не могу этот гавань построить, а? Это кто говорит? Японец. Ну, блин, оно у тебя очень далеко просто стоит от побережья.
Так, два кампуса. Тут строю, потому что будет плюс 1 от горы и 0,5 от тропического леса. Кстати, вот эту клеточку мне тоже надо купить. Их-то найти непонятно вообще. Что непонятно? А их я не нашел, жесть. Ты, наверное, Франция, да? Франция, да. Ну вот Китай на самом отшибе слева, то есть слева у меня уже никого. Тут как будто уровень моря высокий стоял. Ну я тут еще могу вот так фермы построить. Такие узкие материки там, отшибленные. Континент у меня сразу на индусский выходит, Европа. Блин. Понимаете, у меня находится страна на отдельном материке, Казахстан. Как в Казахстане. Казахстан. Да. Повезло. У меня отдельный континент Казахстане. Снизу у меня Арктика, которая России принадлежит, а сверху, где Индия, это Европа. Вот так вот. То есть вот на моем месте родилась бы какая-то Англия, то тут бы она юнитов-то наклепала. Да, я, к сожалению, только один город на другом материке смог поставить. Плимут. В Европе, да? Плимут, да, в Европе. У меня вот прям ровно мои границы по материку. У меня уже три города соединились в одну границу как раз почти. Так, что мне Хатуса начал отдавать? Она дает от одного... По одному стратегическому ресурсу из тех, которых у меня нет. Неплохой. Неплохой город. Так. Еще. Слушай, француз, что-то мне кажется, зря ты все-таки канальный город не построил, Руан. Возможно. Но, блин, как-то я испугался чего-то. Блин, мешает. Ну, из Парижа бы мог выводить, блядь. Кораблики. Не знаю почему. Ты так поступил. У меня привычка, что если Англия. Если есть Англия в игре, то не надо на море ставить. Не, ну тут, блин, самое дисбалансное на море вроде это этот арсенал венецианский. Все остальное, в принципе, в норме. А, да. Норвежец, да? Норвежец опасен, да. Нет, не норвежец, а этот здание, венецианский арсенал, удваивает количество построенных этих. А, это, короче, как этот, у скифи, да? Ну, да, да, да. На море только чудо надо строить. Вообще имба, ладно бы она еще работала в одном городе, так она распространяет свое действие еще на все города. Да ладно. Да. Не, ну это точно перебор. Это как стена китайская. Ставлю что его на автомат, Атлант, следующим ходом. Поставлю уже когда скаутов. Когда особенно в командной игре на всех распространяется. Блин, меня юниты города-государства мешают с варварами разобраться. Сами типа лезут, дохнут там радостно. А тебе сказать, где варвары есть? Зачем? Да, они просто меня задолбали. Может, дать денег, Лёш, я их мобилизую. В смысле? Не будут мешать. А, Джакарта? Ну да.
И сколько стоит? А, тут же это... Тут же дебильная цифра, тут не показывает, сколько надо денег. Да. Пока еще не запилили. Так, тут обработаем. Значит, сюда бежит, сюда бежит. Слушай, что у тебя так долго этот миссионер? Я уже его четвертый ход смотрю около Плимута. Он по одной клетке, что ли, подходит? Он ко мне идет. Не, он по одной клетке просто, он все рядом, рядом. Если я уже второй раз буду это самое уже. А, все, есть православие. Я просто его мимо варваров вел в связке с этим, с мечником. Поэтому медленно было. Теперь тут надо еще святое место построить, чтобы покупать. Хотя, с другой стороны, сейчас кампус построю, пока куплю библиотеку тут. О, так ты получаешь, можешь строить эти головы, да? В авент, это... С города-государства. Головы. Может, головы строить. Ну, да, и что у них за бонус, кстати? Ой, сейчас, на этим вернусь я лучше. Не знаю, не помню. Плюс 3 веры. Пойдет. Придумать, куда конкретно их ставить. Ну я так вот смотрю, моих соседей все-таки получше с места, мне так кажется, тут вот такие ресурсы. Ладно, глянем, что тут дальше будет. Коммерческий район, значит, я тут хочу построить для Лондона, но сначала поселенцы. One man's magic is another man. Математику. Так. Что значит при строительстве городских проектов? Это типа здания любые или только, например, здания центра города, здания района? Да, нет, городской проект в самом низу, который. Да, да, да. Не здания, а проекты именно. Ага, понял. Так, тут торговец тоже построен. В Манчестере, конечно... Блин, ну кампусы везде нужны. А, кстати, ребята, кто-нибудь Ереван встретил ГГшку? Не, я вообще только две ГГшки встретил. Блин. Фига, ты когда успел мне Гонконг отжать? Когда успели Гонконг у меня отжать? А, ну я задание выполнил, а не стали моим сюрзереном. Наоборот. Да. А, не, я стал сюрзереном. Не суть. Ну тут нету бонуса, будет плюс один вот здесь, за счет того, что рядом... Два рейнфореста, что ли? Ну вот тут за счет двух рейнфорестов плюс один. Ну сейчас честно, тебе Лавент, а мне Гонконг. Да не, я тут поставлю, не будет никаких бонусов, этот я вырублю, но... Я тебе еще и науки даю, и культуры даю. Так. В Марсель 6 плюс 1. В Киото плюс 3 плюс 6. Сразу видно, где есть производство, а Преслов хочет... А мы можем на пару минут паузу поставить? Нет. Сбегай так, пописай. Ну ладно, сейчас на следующий ход начнется. В Киото, наверное, отправлю. Все-таки
производство и деньги. Ну, потихонечку растет, но вот тут у ребят, видите, уже и Марсель, и Киото 9, а Париж вообще непонятно. Плюс 100 кампус. Ну, за ближайшие эти, но я пока не буду. Я поменяю на строительство поселенца, чтобы быстрее построился. Пока так сделаю. И теологию открою. Тут мне надо будет в Плимуте после кампуса, конечно, религиозный квартал построить. Так, пока постою тут. Блин, вот эта коляска мне мешается. Я даже не хочу обстреливать, чтобы она не захватила лагерь случайно. Буду стоять в защите. Так, тут Лондон строится. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, в скором времени будет. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца, удачи и играйте в умные игры.